Знаешь, бывают такие проекционные лампы с облаками и небом. Мерт мог бы смотреть на них перед сном. Это было бы здорово, правда? Согласен? Мерт, да? Да, Мерт. Его что, так будут звать? Ну да. Доктор, ты что, выбрал имя, даже не спросив меня? Объясню, я видела его во сне. Клянусь тебе, его звали Мерт. Красивое имя, правда? И подходит и тебе, и мне, и ему.